Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа Беседы с батюшкой. Я ведущий Сергей Платонов. Сегодня у нас в гостях клирик храма Живоначальной троицы Султакового моста Ирей Николай Конюхов. Батюшка, здравствуйте. здравствуйте. Приветствую вас в нашей студии. В это непростое время вы нашли возможность приехать к нам. И огромное вам спасибо. И спасибо всем от наших телезрителей тоже. такой вопрос. Скоро будет праздник. Живоначальная Троица, престольный праздник ваш, и mm -hmm. э, это, как мы еще говорим, день рождения нашей Церкви. Э, вот Церковь э, у нас это, э, если обратимся к атехедису Дроздова, это собрание людей, объединенных верой, канонами и так далее и так далее. Э, но все-таки, э, как бы мы не расписывали какие-то правила какие-то объединения, возможно, даже отдельные церкви появляются, и так далее, и так далее, даже ссоримся, какие-то клинические общения, и так далее, и так далее. Вот как определить для себя вот эту границу церкви для каждого человека? Вот что это такое? Есть ли вообще у этой церкви границы? Это может быть выражаться, например, ну, вот, например, в, вот, в тех же таинствах или как-то, вот, их отношение к нему. Вот что это такое? Это вообще можно пощупать? Здесь есть три измерения. С точки зрения Бога, границ никаких нет. Ну, как, в каком плане, о чем я сейчас говорю? То, что если говорить о церкви как о людях, э, как о людях У -у -у. Керочи, то э, для Бога все люди ⁇ это его паства. Все люди в равном э, возможности, в равном э, состоянии являются его чадами. И он не делает различия между расами, социальным положением, ни мужчина, ни женщина, ни раба, ни свободного, ни еврея, ни Эллина, ни иудея. То есть все люди для Господа имеют ценность, каждая человеческая жизнь и так далее. Поэтому Господь на нас, на нас всех смотрит как на своих, на свою пасту. Да? Угу. Вопрос нас. Мы нам Господь дал свободную волю, и поэтому не все люди принимают Бога как своего Отца, как своего Господа, Спасителя, и тут вот уже появляются какие-то границы, потому да. что Бог не навязывается, и Он не заставляет людей насильно, да, и даже поступает как-то, можно сказать, деликатно. То есть он сам себя ограничивает, и нет таких вот явных чудес на заказ, когда вот от нас часто просят какие-то доказать бытие Бога каким-то научным способом, или вот прямо сейчас показать какое-то сверхъестественное чудо. Господь предоставляет нам возможность проявить свою свободу, свою свободную волю, изучая Священное Писание, обращаясь к опыту да, святых людей, к опыту Церкви. И человек, если его это заинтересовывает, он начинает искать Бога и находит его. И тогда он тебя ощущает да, в Церкви. То есть он понимает, что я стал действительным учеником Иисуса Христа. Но это вот добровольно. То есть Господь может позвать. Но не каждый пойдет. А кто-то пойдет, но будет, как Иуда, искать не того и в итоге продаст Христа за деньги. И есть еще одна плоскость, то есть первая плоскость с точки зрения Бога, вторая с точки зрения mm -hmm. нас людей. И есть э, третья точка, э, такая плоскость, это каноническая плоскость, которая нельзя тоже сбрасывать со счетов. Те люди, которые говорят, да все это ерунда, как бы то, что там написано, какие-то каноны, догматы. А Богу это якобы не нужно. Вот ну вот то, да, Богу это поскольку не нужно, люди это все сами выдумали, это все политический процесс, и как бы все это не нужно, нужно это все размыть, и чтобы была одна... Церковь, было бы, конечно, замечательно. И Христос и говорил, что созижду церковь рота адова не одолеют Ее. То есть Он не говорил, что создал много разных церквей. То есть церковь единая, как тело Христово, поскольку тело Христова было одно, то и церковь одна, существует вот это каноническое поле, которое помогает нам, людям, которое было создано не, тоже не без участия Бога. Мы верим, то, что, там, например, на Вселенских соборах, когда люди собирались, когда епископы вместе молились, что Дух Святой был вместе с ними. Что вот начиная с Первого апостольского собора, там же не просто так люди собрались, там что-то там этот выступил, подискутировали, и там голосованием приняли еще. Люди относились именно к этому как к религиозному процессу что люди молились вместе и просили, что вот, и если посмотреть, акты там, э, Духу Святому и нам угодно то-то. То есть э, люди мыслили это как продолжение Нового Завета, историю, да, и то, что принимались какие-то каноны, э, особенно как, что касается догматики, то есть вселенских соборов, это не просто то, что можно вынести за скобки. Это... Когда человек читает Священное Писание, то есть мы не можем говорить там, что можно верить в Христа как в Бога, а можно верить в него просто как в великого пророка. Нет, то есть это уже две разные религии. Вот есть мусульмане, замечательные люди, наверняка там я многих знаю лично, иногда высокие даже моральных качеств, но они не верят в Христа как в Бога, поэтому мы не можем сказать, что вот они являются частью церкви. Вот в строгом смысле, именно с точки зрения канонов, да и они сами, мы их не можем насильно туда запихнуть, как бы, если грубо сказать. Меня иногда спрашивают, а вот можно там, молиться за некрещенного? Или, например, можно я напишу записки на литургию человека, который там, вот он, там, прочитал книгу Докинза или там, Дэна Брауна, фильм посмотрел и разочаровался во всем, проклял вообще все это христианство, сказал, что все это ерунда. Можно ли его записать в записки? Я говорю, ну смотрите, человек сам добровольно вышел из церкви. Он не, не хочет себя ассоциировать с этим. Зачем вы насильно его пытаетесь... То есть Бог этого не делает. Он уважает его свободную волю. Почему же вы ее не уважаете? Поэтому вот и тут появляются вот эти самые границы. Они появляются вследствие того, что Просто мы размышляем на этой теме, относимся к этому серьезно. Это для нас не то же самое, что выйти типа, там, погулять. Uh -huh. Или даже не то же самое, что границы между государствами. Хотя государственные границы охраняются, будь здоров. Вот. Ну, там в Евросоюзе, допустим, облегченный. А так, там обычно проволока и так, и так далее. Вон там в США сейчас целую стену строит. А, а тут мы просто тоже пытаемся охранить не для того, чтобы к нам кто-то не проник, наоборот церковно-праздилитическая, э она идет и э проповедует, ну, миссионерская деятельность идет, и мы проповедуем. Христос сам сказал, идите научите все языцы. Но чтобы мы не растворились в мире, вот это очень важно, потому что Христос сказал, вы свет миру. И там а потом в посланиях после что там стойте хранить предания, которые были научены. То есть это очень важно, вот это предание церкви, чтобы оно было сохранено, и чтобы не размыть его там. Потому что есть иногда такой соблазн. Есть. Что Здесь немножко неудобно. Здесь, там Христос сказал, отрубить руку и вы, выколоть глаз. Здесь, как бы сказал, с, по, с вожделением: посмотришь на женщину, и это уже прелюбодейство. Как бы брак это ценность. То. А иногда люди хотят, как бы ну, это немножко старомодно. Все, давайте как-то немножко, да, и вот чтобы не произошло растворение нас, вот, церкви и того высокого нравственного учения евангельского, у вот тех евангельских максим, есть вот, да, каноническое измерение, которое мы храним, любим, и это наследие церковное, мы не можем его как бы просто так выкинуть. Это очень интересный момент, когда касательно поминовения, это же просто целая, целая тема. Конечно, да, когда... это очень часто спрашивают. Вот, например, тоже вот опять вот к запискам, за человека, который Крещенный, но по какой-то причине не посещающий церковь, может даже вообще даже проклинающий, и так далее, нельзя подавать записки на проскомение. Я могу сказать так, что ну, так, человек... так говорят некоторые. А некоторые священники говорят, что нужно молиться. Раз он крещеный, значит тем более нужно молиться. Если крещенный человек, да, то он является, даже если он, например, не ходит в храм. Ну, ну, там, да, мало, мало церковный или вообще не воцерковлен. Ну, вот у меня дедушка такой. Я молюсь и вынимаю в том числе за там за. Это ваше, ваш дедушка. Да. За а, богослужение. А ваш папа священник. Да. Я так как... получилось. Но он mm -hmm. ученый, профессор академии наук, поэтому ну там своя долгая история это для отдельной темы. Mm -hmm. Но тем не менее я безмерно уважаю, люблю дедушку. И mm -hmm. он, кстати, к церкви достаточно уважительно относится. Но сам как бы не является. Таким практикующим, как сейчас принято говорить uh -huh. верующим. Тем не менее, Он никогда не проклинал, не говорил, что как бы, я да, там, не хочу принимать вообще там, Иисуса Христа. Но тем не менее, есть люди, которые открыто просто заявляют, что я не хочу быть частью этой церкви. Мам, что ты там меня тащишь? Я не верю в Бога. Не верю. И не верю в то, что Христос был Богом. Вы меня покрестили в детстве, вы меня не спросили даже об этом. Ну то есть, да, или человек, например, ушел в другую религию, uh -huh. а его по старой памяти все равно пишут, потому что, ну, как бы его крестили, а там в новой религии с ним не, вроде ничего не делали. Но он уже вот там, то есть он является там прихожанином какой-то, там, той церкви, там, мормонов, или ушел в какую-то секту, там, uh -huh. стал геговистом или еще как-то. И как мы можем, просто это с точки зрения даже уважения. Но человек открыто не хочет быть, зачем же его запихивать, да, насильно заставлять. То есть само по себе то, что мы вписали, был э, такой сериал японский ⁇ Тетрадь смерти ⁇ там записывал человек э, имена в тетрадь смерти, они умирали. Вот у нас некоторые относятся, к сожалению, магически к запискам, то есть я впишу туда имя, и это как-то магически подействует. И это неправильно. Это призыв к молитве. То есть записка это что такое? Призыв к молитве. Мы просим помолиться священника и сами будем молиться вместе с ним. Это не то, что я написал записку, оставил, и она сама собой как-то там пройдет по специальной датчику. Бога есть, там знаете, как в магазине считывают, и он считает это, и сразу значит а еще денег даже, да, почти. и еще денег даже, ну поэтому сто процентов угу. подействует. А это просто призыв к молитве, причем прежде всего самого человека, который подает эту молитву, и Бог видит этот призыв, когда мы подаем записки. И, конечно, те люди, о которых мы молимся, они могут быть в разном состоянии, они могут болеть, в том числе алкоголизмом, они могут находиться в депрессии, они могут находиться в поиске. То есть он, говорит, он не отвлекается от Христа, но говорит: ну, я не знаю, у меня есть вопросы, у меня есть недоумение. Меня там посмотрел какой-то фильм, меня это смутило. То есть он, он сейчас на распутье, за него тоже можно молиться. Но человек, который открыто говорит: Я не хочу быть частью этой церкви, я не хочу, я не верю в Бога такого человека насильно пытаться... То есть, я не знаю, в домашней молитве, конечно. В домашней молитве, я не знаю. Некоторые говорят, можно на молебен подавать. Но на литургию, когда э, священник берет потом эти частички, которые вынимаются на литургии, сыпают в чашу, и э, они омываются кровью Христа. То есть, это как, вот живая часть церкви, присутствует, то есть вот, знаете, дискос это такое интересное изображение церкви, причем земной и небесной. То есть там присутствуют и ангелы, и святейший патриарх, и мое недостоинство священника служащего, и люди, которых поминают, и живых, и усопших, и святитель Николай. Вы имеете в виду, когда располагаются да, и частички? на дискосе. Uh -huh. Там и Иоанн Златоуст, и Василий Великий, и, значит, там, епископ местный, и все люди, которых поминают за литургию. И как в этом ряду окажется человек, который открыто не хочет быть частью церкви. И открыто будет. Поэтому просто с точки зрения уважения к церкви, и уважение того человека, который это сказал, да, когда он покается, да, конечно, пускай его поминают. Вот. Но это не означает, что за него родственники не могут молиться, как за заблудшего человека. Конечно, могут молиться. Знаете, бывает такое, что я вот не верю в это, вот муж mm -hmm. говорит, допустим, жене, да. Ну вот ты там веришь, ну вот ты молись за меня. Вот в этом случае... Можно но ли это... за него молиться? Ну, нет, нужно молиться. То есть он уже попросил, ну, хотел да, он конечно. против этого всего. Да, да. Он может против, но ты там, значит, вымаливай меня. Да. Не знаю, это я, такое... Я знаю, почему мужчина с, таким, с такой позиции, что да, На ты, всякий там, случай. замаливай меня, там, мало ли что. Да, вдруг, вдруг поможет. Вдруг, да. вдруг поможет. Но нет, молиться-то в любом случае можно. Я говорю, в домашней молитве, в Вот когда человек стоит в храме, он может сам молиться а за кого хочет. Да? там нельзя же ограничить как-то. Ну да. да. И тем более там у некоторых людей, например, там умер муж, там не И что за него нельзя молиться? Можно, конечно. Вот на литургии поминать, да, поскольку он не является частью церкви, нельзя огульно его против его воли задним числом записывать а, в церковь. Это неправильно. Это просто не... Господь там по своему милосердию разберется. То есть Будь ни он... в коем случае не надо сейчас клеймить, что человек, который так сделал, это очень грешник великий, мне кажется, да? Как да. вот здесь. то есть, Ну вот он ну, подал, вот он хочет помолиться да за нет. него. Да нет, то, что он сделал, то, например, по доброму какому-то желанию или по неведению, это одно. Uh -huh. Но когда человек знает и все равно делает, я просто считаю, что это, не, я не могу сказать, что это, там, это страшно. Не честно, да? не это нечестно. Я не могу сказать, что это страшный грех, я могу сказать, что это не совсем осознанное отношение. То есть мы должны сознательно подходить к нашей вере. Это же не uh -huh. просто какие-то действия, которые вот верят, не верят, ну пускай, Да. То есть человек, например, понимаете, в чем дело. Можно было бы так говорить, если бы не были слова апостола Павла, потом, которые, по-моему, обращены к Кринфиму, если я правильно помню, что и поэтому из вас многие болеют и умирают, что тело и кровь Христова принимают недостойно. Угу. То есть по хорошему, как у нас говорят, ну пускай все равно причастится, да? Ну то есть там вот э, мальчик, он не хочет, мам, я не пойду, не пойду все должен должен и, например, священник говорит, да не, не заставляйте его. Он говорит, ну бачка, ну что? Ну, пускай, пускай, пока слушается меня, пускай ходит и причащается. Угу. То есть заставить там за ухо, там все, мальчик не хочет, там брыкается, да не хочу я, да отстань от меня все. И заставить его. Почему? Ну, подействует. Подействует. А, ну, это же лекарство. Ну, как лекарство. Сейчас конечно. это очень важная тема, кстати. Да. И поэтому вот пускай, да, муж не хочет причащаться, не причастишься, я с того не пойду в отпуск. Или я с тобой не, там, не буду общаться? О, кстати, это бывает в семьях, когда очень ревнивые жены верующих своих мужей, вот ты пришел и не причастился. Ну да, да, да. Это то же, есть, вот, целая проблема. Нет ничего плохого в том, что человек там свою вторую половинку хочет воцерковить. Угу. Замечательно. Это наоборот, даже неверующий муж освящается верующей женой. И, естественно, Господь нам дал повеление такое апостольское, да, проповедовать. Но преповедовать чем? Не просто заставлять. Нет. Проповедовать — это убеждать. То есть проповедь, прежде всего, убеждение, а не то, что вот там огульно. Так я к чему говорю? Что вот это магическое отношение, например, к тому же самому причастию, апостол Павел говорит, что может привести к чему? Что многие из вас болеют и умирают. Тело Христова принимать недостойно. То же самое там, святая вода, записки, свечи там, все. Знаете, у старобрядцев у них достаточно строго. Вот, например, человек, если ни разу не ходил в храм, не причащался, то его отпевать не будут ни разу. Ну все. А почему? А он не, он никак не проявил себя как часть церкви. Почему мы его должны отпевать? Там знаете какие молитвы. А как это, кстати, фиксируется? Может, у их не так много, и не хотя. Не, просто у, у них. строгое отношение... Не, не, ну они сохранили то, что было в, у нас у всех э, до никоновских реформ. То есть это, видимо, была такая практика на Руси что то человек все знали его... да, что человек знал что если ты не являешься вот а, верующим то тебя просто закопают как собаку то есть ты уже за границами церкви получается. да то есть ты, ты сам ты... себя вывел за границы церкви тебя даже никто не отлучал никто тебя анафему не пел ты сам вышел. Ну, кстати, вот тоже момент интересный. Если ты... А, ну, есть такой период жизни, когда не исповедуешься, не причащаешься. Да, конечно. У думаю. мирских людей это ну, там, полгода, год, неважно. У, у церковных есть у... охладение такое. А, вот. а, да. Даже у семинаристов есть да. такое. Вот. Но неважно. То есть это есть. Да. Вот в этот момент, когда ты перестал, допустим, на протяжении нескольких месяцев исповедоваться, причащаться, ты в церкви или вне церкви? Ты остался, если не отказывался от Христа, остался в церкви. Но ты перестал быть живой частью церкви. Это то, есть, такое, то есть да. есть э, дерево, и там есть ветки, на которых есть листики, uh -huh. да, и на, в которых течет сок из корня, да, с земли идет. Вот. А есть сухие ветки, которые, в принципе, могут ожить потом, да, там если надрезать, там, полить, больше удобрить, там. Но сейчас они сухие, они не плодоносят. И то же самое происходит с человеком, которому не течет кровь Иисуса Христа. Он не перестал ощущать себя... Вот есть постановление 5-6 собора, что если там, три недели без уважительной причины, меринин не причался, да, там, да будет отлучен. А, там, да, а если клирик три недели не, не причался без уважительной причины, не было на воскресном богослужении, то будет извержен вообще. То есть сейчас не надо никого пугать. Сейчас многие по два месяца не причащались. Да, да, Давай дел... Нет, я говорю, про то, что, я говорю про то, что было такое древнее правило для людей, они просто осознавались, это как трагедия для uh -huh. себя, да? Это я ни в коем случае не говорю, что сейчас, да, человек. Uh -huh. что Никто есть... не надо думать, что сейчас мы что-то страшное сказали. Uh -huh. Да, сейчас просто я говорю, и... я говорю с исторической перспективой. Uh -huh. И в современных условиях понятно, что вот, там бывают разные обстоятельства. Мы к чему ведем? К тому, что человек, который осознанно начал так вот глубоко переживать свою веру, для него это становится логичным знаете это как вопрос к тому там как часто нужно свою жену обнимать ну, вот вопрос да то есть это есть какие-то определенные дни там среда и суббота когда можно свою жену обнимать а в другие нельзя или можно один раз в месяц или только вот когда у меня будет вдохновение вот мне вот очень ты мне хорошо накормишь вообще и вот все мне сделаешь хорошо и тогда я тебя буду обнимать Значит, вопрос такой а если человек любит другого то он даже не будет рассчитывать как-то. Это будет получаться абсолютно естественно и нормально. И он будет как смотреть как на ненормальных для людей, которые ему будут регламентировать это. Вот угу. ты это, это тогда обнимай, а тогда не обнимай. И не больше двух обниманий в неделю. Да? Ну, ну да. извините. Ну, я люблю Господа. Я хочу с ним находиться в общении. У меня вот с этим есть проблема, потому что я его не вижу. Да ладно, это жену, которую я вижу, я могу ее обнять. Но Господа-то я не вижу. Но я хочу с ним научиться общаться. А общаться с Богом это не то же самое, что общаться с другим человеком. Это труд, это определенная, это определенная и радость и привилегия, но это и труд. То есть на это нужно настроиться, этим нужно заниматься, этим нужно практиковать. И когда ты начинаешь с Богом строить какие-то отношения личные, то для тебя становится абсолютно естественным, да, возобновлять все время эти отношения. То есть, да, не то, что один раз пришел, Крестился, причастился, все с Богом у меня как бы все налажено. И так будет всегда нет, поскольку мы являемся Богопредателями и иногда ежедневно, то нам необходимо восстанавливать вот эти добрые отношения, как с женой. Там ты что-то поссорился, нужно обязательно подойти, помириться, обнять, там цветы подарить, еще что-нибудь. Вот с Богом нам нужно возобновлять не с Его стороны он так к нам относится абсолютно всегда, с любовью, и только нас ждет, вот, как отец в притче о блудном сыне. То есть все время ждет нас к себе. А вот уже мы должны проявить инициативу. Поэтому, возвращаясь к, ну, к вопросу То есть для человека, который любит Господа, для него абсолютно логично да, участвовать в этом как можно ну, с регулярностью, так скажем. Регулярность, там. Не, не реже раза в месяц. Но даже если ты на какое-то время выпал, это не значит, что Христос, когда ты придешь, он скажет, так, ты не был месяц, два месяца, все, иди отсюда. И даже священник так не скажет. Но восстанавливаться будет тяжелее. Ну, вот как после ссоры с женой. Если вы поссорились, там, покричали, там, через пять минут помирились, это одно. А если вы неделю не разговаривали, да, вот есть люди, у которых там конфликты настолько сильно затянувшиеся, что их потом срас... ну, очень тяжело, да? И вот мы потеряли вот эту живую часть, связь с Богом, с церковью. Конечно, нам тяжело. Ты остался в церкви, конечно, человек. Но э -э, лучше таких перерывов не делать. Вот я, э -э, мне помню, духовный отец сказал, что вы старайтесь там вот порознь с супругой не ночевать дольше одного-двух дней. То есть один день, там, мало ли, куда-то поехал, командировка, еще что-то. Но больше одного дня старайтесь не ночевать не вместе. Я тогда, кстати, не, не, не совсем это понимал. И действительно, там я вот не помню, мы с женой только вот было, чтобы несколько дней мы не виделись, только вот когда она в роддоме лежала, чтобы подряд несколько дней мы не были вместе, да, потому что очень важно ощущать постоянно эту связь два человека вплоть единую, чтобы все время были вместе. Вот в религиозном плане то же самое. Если ты со своим Богом несколько дней не общался да, и вообще я про него не вспоминал, то потом это очень тяжело наверстывать. Нужно все, чтобы это было регулярно. А как вот рекомментируется вообще в семье, например, вашей, причащение своей жены, вот, ну, вам проще, вы священник, ну, а, и детей, например. Вот как это вообще? Вот сегодня днем причащаться, сегодня все готовимся. Как это происходит? <кос�> ну, у меня, в принципе, поскольку и супруга, и дети стараются посещать тот храм, где я служу, и это нормальная практика. Uh -huh. То есть, я бы сказал, что не, 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 такое бывает, что супруга, священника и дети не ходят, потому что он служит далеко, и они ходят в близкий храм. В это ну, как бы допустимо. Но это не является как бы, нормой. Нормой все-таки, когда жена священника вместе с детьми посещает тот храм, где служит и батюшка. Для меня это принципиальная позиция: я всем супругам говорю, что очень важно это хорошо, чтобы вы причащались, ходили в один храм, к одному священнику, к одному духовнику и вместе причащались из одной чаши. Да, если вы причаститесь один в одном храме, а в другой в другом храме, это будет та же самая тело кровь Христова. Но есть какое-то... Мы все-таки живем в таком <coughs> пространстве, что для нас важны какие-то вещи такие даже внешние. Когда супруги причащаются из одной чаши, и они становятся вот на таком духовном уровне, более близки друг к другу. Если они вместе молятся, вместе призывают Дух Святой на себя и на евхаристический хлеб, который станет телом Христа, то для них это еще один объединяющий фактор. У нас их не так много. <с> У нас бывают там, разные вкусы на музыку, может быть, с супругой, разные вкусы на, не знаю, на шторы или еще что-то. Есть разъединяющие моменты, есть вещи, которые нас раздражают. И нужно искать точки опоры. Для православных верующих людей причастие — это точка опоры. И когда супруги вместе причащаются, это очень здорово объединять их. Они примиряются перед этим, они причащаются, поздравляют друг друга Молятся с этим. Молятся перед этим. Молят, ну естественно, да, и во время этого, и после. И они чувствуют вот единство, то что вот как священники в алтаре говорят: Христос посреди нас, есть и будет. И супруги понимают, что и вот брак они чувствуют еще вот на таком духовном уровне. Да, то, что Христос еще... Не просто в момент венчания благословил брак, а что сейчас Он присутствует в нашем браке. Некоторые ругают своих детей, что вот ты сегодня не причащался. Бывает, конечно. Это но вот я относились? стараюсь воспитывать детей так, чтобы причастие для них было, ну, сказать, привилегия. Но это как награда, скорее. То есть я могу... Чтобы для них лишение причастия, это было наказание. Вот угу. так. Как в древней церкви. Эпитемия — это, прежде всего, от, отстранение человека от причастия на какое-то время. То есть я своих детей стараюсь не заставлять причащаться. Я с детства их стараюсь воспитывать так, что это что-то такое, ну, это замечательное. Избоев не было? Ну, они еще пока маленькие. Ну, у меня старше восемь. Да, посмотрим еще, как uh -huh. пойдет. Нужно бы смотреть, я хочу дожить до подросткового возраста своих детей, дай бог. Uh -huh. вот, и тогда посмотрим, потому что сейчас, может, какие-то вещи получаться, но когда как бы, плоды цепляют по осени, считают. Вот когда ей будет 14, я посмотрю на свои плоды. Даже Не, старше, в... старше. Даже, может, еще старше, до да, 17 даже. Вот, то есть, <coughs> потому что одно дело, когда у нас дети под нашим влиянием, когда мы для них авторитет. Они что-то формируются как личности. И если мы в этот период смогли именно э, какие-то вот эти рэперные точки дать самому ребенку, чтобы сам ребенок все это пропустил через себя, чтобы он осознал, чтобы у него был какой-то стержень. Вот у меня родители над этим трудились, чтобы у меня был стержень. Чтобы потом можно было ребенка отпустить и не бояться, что он сразу э, в пропасть полезет. Uh -huh. Он куда-нибудь полезет, и с ним наверняка что-то случится, но он, по крайней мере, будет иметь этот стержень. Вот, это очень важно. Я надеюсь, что для нас, для родителей, это вот одно из основных послушаний. Научить ребенка жить без нас. Да, без нашего бесконечного махающего пальца, без нашего окрика. То есть, чтобы он в ситуации, когда он будет один, в школе, с друзьями, на улице, после школы, чтобы он умел принимать нравственные выборы, то есть поступать по-христиански. Да, и вот это одна из самых наших больших э, послушаний родительских. Да, это очень интересно, кстати. Батюшка, а ваши дети учатся в обычной школе или православной? Ну, у меня только одна дочка учится пока, э, вот во второй класс перешла. Она в православной школе, где я преподаю, учится. А, ну, то есть ей проще. Вот да. Хотел вопрос о сверстниках задать, но там, а наверное, что там? все проще. Ну, даже в православной школе бывают какие-то конфликты. Сто процентов, как в любой школе. Да. Ну, может, в советской школе это как-то по-другому выражается, а здесь... Может быть, ну сглажено все-таки да. вроде как все свои. Нет, нет, нет. Нет. В, нет, естественно, в православной школе какие-то вещи получаются лучше вследствие того, что как-то, ну, больше взаимопонимания иногда есть у родителей и учителей. Но все же все равно ходят в храм. Ну, как-то да, более-менее, да. И там быстрее примиряются, меньше таких вот. Хотя конфликты есть и разные случаи бывают. И не всегда в православной школе отдают детей из религиозных семей. Mm -hmm. То есть, может, семья быть достаточно светской, просто зная, что в православной школе как-то... Ну, плохому не научат. Ну, там, плохому не научат, или атмосфера, так более-менее. Ну, как-то так. Или близко к дому. Они отдают детей. Да, ну, там, ну, пускай занимается. Поэтому бывают разные ситуации. И дети, они всегда дети. То есть, специальных православных детей нету. Их не выводят. Это нет такого отдельного вида православного. Mm -hmm. То есть, есть mm -hmm. просто дети... Да, у которых есть да, там, более верующие родители, менее верующие родители, и которые там, воспитываются в православной семье. Но отдельных каких-то вот специально генномодифицированных э, православных детей их нет. То есть они тоже бегают, они орут, они плохо себя ведут на уроках, они друг друга обижают, ставят друг другу фингалы, завидуют, осуждают, э, там, строят козни, и, э, иногда буллинг бывает, то есть издеваются над э, младшим. Mm -hmm. То есть чего только не было. И у нас постоянно какие-то разборки бывают в этом плане. То есть это дети, да, они растут, и телефоны у них есть, и они интересуются рэперами современными и так далее. То есть это все просто... <связано> Другой вопрос, что у нас есть больше функционала, есть у нас больше ответственность, как с православной школы, что мы можем детям, с детьми об этом поговорить. Мы можем обсудить и постараться не сделать из них святых, а привить им вкус, чтобы они сами захотели стать святыми. То есть привить их вкус к духовной жизни, что это, это здорово, это вкусно, это вообще, это, это не что-то такое мрачное, мракобесное, что подавляет меня как лично, что не дает мне реализоваться, не дает мне там, я не знаю, дреды на волосах сделать или какую-то красивую одежду одеть. Это то, что меня там, значит, некоторые дети, вот у меня, они ассоциируют православие с этим, что это вот прямо специально, чтобы меня как личность подавить. Вот я так тоже думал. Да. Да. Я учился какой-то срок в православной школе, но там это был конец 90-х, там разные люди были, начало нулевых, да, так, на конец 90-х, начало нулевых. И, ну, там было разное. Мы там с ручек штрих там сдирали, там, ну, в общем, всякое, замазывали. Буквари были, где еще Ленин был. Мы вырывали эту страницу. Нас четко говорили, что это плохой человек. Хотя сколько-то, угу. что что 7 лет, можно было понять. Ну, понимал, что Ленин это плохо. Угу. А, у -у -у, батюшка, вернемся вот к границам церкви. Вот очень интересно, когда собирается приход? Это люди, которые ходят в, в один и тот же храм, друг друга знают и так далее. А, важно ли так принадлежать одному приходу? Или можно ходить по разным церквям? В Москве их много, разные батюшки. Там можно хор послушать, тут проповедник, еще что-то. Нарушает ли это какие-то границы церковные для человека или нет? Вот есть священники, которые очень радеют за то, что приход был только в одном храме. И даже иногда очень плохо относятся к тому, что человек из этой общины может перейти в другой храм, либо ну, просто посещать другие службы. Или ходить на исповедь другому священнику? Ну, есть вот как по гамбургскому счету, угу. а есть как в реальности. То есть да, по, но... в, в этих словах священник, который вот так сказал, есть определенный смысл, в том числе исторический, в том числе и литургический. Ну да, это практика дореволюционной России все-таки. Это, человек. ну да, то есть, но практики дореволюционной России были свои перекосы. То есть ну, там могли, например, некоторые прихожаны числиться в храме и раз в год туда приходить, да, 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 и, да. Закрепить... и вроде как открепительные грамоты. Давались. Да, то есть формализация в любой сфере, особенно в религиозной, Нашей, да. она убивает. Она убивает даже самые хорошие идеи. Ну, еще и дух времени надо. Тоже вот, да, тем более потому, что когда люди... <кхм> вот долго пришлось переубеждать людей, что вот когда там после огласительных бесед мы справки даем, это не то же самое, что в МФЦ. То есть это... мы не являемся каким-то органом таким, который... То есть мы хотим помочь. То есть, это справка, то есть, вот эти огласительные беседы, это такой шаг к людям. И многие люди там в 90-х, у них была жажда, например, узнать что-то о, о церкви, о Боге, поговорить о Евангелии, а не было возможности. Один священник, 50 человек, кто хочет креститься, 50. Там мне папа рассказывал, там заходит зараз, там 27 человек. Я вообще в ужасе, я двух крещу младенцев, мне уже тяжело. Я люблю только по одному крестить. А сколько одновременно? 27. 27 молодец. Вот у меня один священник 50 вместе крестил. За раз. То есть mm -hmm. люди... И там какая катехизация? Что там все? И вот люди, может, хотели поговорить, и не было возможности, потому что после боговорческого периода, там, 70-летнего, и церквей было немного, и уж тем более и священников не так много. А сейчас как бы есть и желание, в священном начале, там, патриарх об этом постоянно говорит. И возможности есть, и все-таки <священников>, священников побольше, и храмов много. Люди против. А есть. люди тут почему-то, да, то есть мы им хотим помочь, мы хотим да. объяснить. И как бы это, они воспринимают это как, ой, меня опять там что-то нужно там делать, какое-то это. Но в целом, кстати, сейчас у меня больше позитивных отзывов про катахизацию, вот про беседы, которые мы проводим, больше пози позитивных отзывов, чем негативных. Сейчас уже сходит на них. А как в практике сейчас, сколько нужно бесед проходить? По-разному, то есть мы подходим к этому творчески. То есть нельзя, и здесь Патриарх тоже об этом говорил на последнем собрании как раз, что нельзя э, приравнивать там человека, который, например, из Сирии приехал военный, и у него там неделя, например, uh -huh. и он приехал, и у него родился там сын или дочка, ему нужно покрестить, и вот заставить обязательно, что там должен там несколько бесед пройти в обязательном порядке, там все, то есть можно встретиться один раз, я ну минимум одну беседу я всегда провожу. Потом я даю какой-то там с собой материал. Да? Если взрослых крестить, то не менее двух бесед точно должно быть. А еще третья беседа покаянная, как вот исковедь перед самым, самим таинством. Вот. А так, ну вот, две беседы, в принципе, в любом, в каком-то формате творческом, это вполне допустимо. То есть я... просто дать ориентиры, наверное, больше ничего да, не Да, заинтересовать человека, ответить на его вопросы. У очень многих людей есть вопросы. Они еще не разобрались. То есть, прежде чем, например, крестить своего ребенка, человек должен ответить себе на вопрос, а я верующий или нет. А зачем вообще это крещение-то нужно? Ну, конечно. Хотя бы, да. А то э, Алексей Лича Осипова у него очень э, жесткая поэтому, по этой теме, позиция. Я не могу сказать, что до конца ее разделяю, но я ее очень уважаю. Э, о том, что если мы не можем заставить Дух Святой обязательно сойти на этого ребенка. Например, стоят неверующие родители и неверующие крестные. И вот один священник незнакомого ребенка просит, чтобы на него сошел Дух Святой, и он стал частью церкви. И с формальной точки зрения я прочел все молитвы правильно, я светил воду, я прогрузил туда ребенка с правильными словами. Но э, мы крестим ребенка маленького, если маленького, по вере родителей и крестных родителей. А если они неверующие? Если они верят не в того Бога, или если они верят, я не знаю, в чумака и заряженную воду, а не в Христа. Они не верят в то, что Христос это Бог. И вот вопрос очень серьезный. Это, для меня это просто вот именно как вопрос, который всегда звенит в моих ушах. Поэтому мы должны людям помочь сначала осознать себя как верующими, как верующие, а потом, да, конечно же, крестить. То есть я всегда с радостью говорю, давайте все, давайте сначала обсудим, чтобы вам самим было интересно, чтобы для вас это не было мукой час постоять, помяться с ноги на ногу, пока батюшка там колдует. Но это людям повезло, что они к вам попали. Нет, нет, так с вами сейчас приятно много, общаться. Сейчас много, да. сейчас много священников, Нет, у нас сейчас в целом и образовательный ценз достаточно высокий, и образованный священник. <свят> причем э, вот эта практика бесед, насколько я знаю, угу. в большинстве храмов она как-то прижилась и стала уже такой неотъемлемой частью. Поэтому, в принципе, если вот, к вопросу о, о приходе, все-таки это очень серьезный вопрос, угу. бывает так, что вот человек пришел в приход и почувствовал не мое. Ну, как-то там, в каком-то приходе больше любят византийское пение, такое строгое. Где-то, я знаю, там, где храм, может быть, сам такого барочного стиля эпохи Возрождения такой красивый. И там любят такое пение э, витиеватое, -еват. Вити такое да. портесное. Угу. Вот. И некоторые батюшки, я знаю, очень любят портес такой настоящий. Ну там. да, что если что-то несложное спели, то это обиход. Ну, как-то не очень, mm, да. да. А если вот, вот замудренный, то И не вот, не вот. вот по-разному. Некоторые люди, они прямо вот, им нравятся. они стоят, слушают это благолепие, и у них, они чувствуют в душе какое-то волнение, и это может быть шагом к тому, чтобы ну, как-то задуматься о вещах вечных. То есть нельзя подменять более вол... волнение да? от музыки, подменять с общение с Богом и духовные дела. Нет, но это может быть шагом. То есть это может побудить человека каким-то более возвышенным чувством. Вот и по-разному, то есть в каких-то приходе там более семейная обстановка, где-то более, наоборот, торжественная, это какой-нибудь собор, да, допустим, там. там зато богослужения другие. В одних храмах служит часто архирия, а в другом храме там может один раз в год или один раз в жизни вообще служила архирия и все. Mm -hmm. То есть по-разному -по и очень хорошо, что есть такое разнообразие. И нельзя требовать унификации. Чтобы везде все было обязательно одинаково. Одинаковое пение, одинаковое чтение, одинаковые священники с одинаковым размером бороды, одинаковые проповеди. Знаете, как этот? Клоны такие. Да, да. клоны. Не, ни в коем случае. Вот в этом разнообразии есть вот одна из привлекательных сторон церкви. И поэтому, да, но если ты, вот, например, уже приход твой, ты уже считаешь себя частью прихожа... прихожанина этого храма, ты несешь ответственность уже за этот приход, это твоя семья. Можно ли пойти в другую семью? Ну, это вопрос. То есть, конечно, невозможно в условиях мегаполиса привязать человека. То есть, ну, в конце концов, человек там, у него заболел близкий родственник, он должен за ним ухаживать, он не может далеко ездить. Он начинает ходить в близкий храм. Уж лучше так, чем он вообще перестанет ходить в храм. То есть, если нет возможности технически или еще как-то попасть в свой храм, да, ну, какие-то обстоятельства -то есть, гораздо хуже будет вообще не ходить в храм, чем не пойти в рядом в другой храм, где другое священник, потому что там верят в того же Бога, и там в чаше будет то же самое тело и кровь Христа. Поэтому не надо тут привязывать, что там есть благодать. А здесь у меня была одна бабушка, которая сказала, что есть два благодатных храма в Москве. Ну, какие же бабушки? Да, да. А я спросил, как вы это определяете? Она сказала, я захожу в храм, и если слышу ангельское пение в куполе, значит благодатный. А какие-то храмы? Ну, я не помню. Она уточняла, но это да, я уже забыл. Ну, какие-то. Что вы ответили? Я ответил, я ничего не ответил. Таким людям лучше не отвечать. Э, ну, да. с э, вот еще такой вопрос очень интересный. Если поссорилась с священником, это грех? Как Если поссорился с кем угодно, это грех? Но священник да. это что-то выше? Выше. Не, ну опять же, ссора это прежде всего человек делает плохо себе. То есть, когда ты поссорился с человеком, с любым, в том числе с священником, он тоже человек, я открою, может, секрет, uh -huh. вот, то это тоже ты сделал, в первую очередь, себе, плохо себе. То есть обиды, мы сегодня только с прихожанами онлайн говорили про обиды, про прощение обид. И вот эта ссора, она, прежде всего, нанесла ущерб тебе. Тебе больно, тебе плохо. Поэтому, конечно, ты заходишь побыстрее это закончить. Со священником, да. Но, опять же, у нас некоторые священники имеют всегда, когда говорят о священнике, говорят как бы о духовном отце. И тут нужно все-таки разграничивать. Священник как человек, который может врезаться в вашу машину на своей машине из-за того, что он там устал или заработал из работы законодательства обычного человека. Ну да? да, то есть он абсолютно как бы в этом ситуации, ну, ну да, как и любого человека, который в вас резался, так и священника, там, да, хорошо простить. Хотя придется взыскать деньги, там, каска, осага и так далее. Вот. Ну, то есть есть разные ситуации, да, там священник может что-то сказать обидное. Я знаю, что я иногда там могу обидеть какого-то прихожанина. Но мне нужно пойти потом и просить у него прощения. Да, то есть а отношения духовника и духовного чада там немножко другие уже дела. То есть там обижаться на своего духовника за то, что он там не разрешил тебе в Великий пост в Страстную Седмицу поехать на Мальдивы, ну, может быть, и не, и не надо ссориться из-за этого. Может, прислушаться к нему что Великую Пятницу, да, сидеть на пляже и попивать коктейль, может быть, для христианина не совсем правильно. Валечка, такой вопрос очень актуальный. Как вы относитесь э, к виртуальным церквям? Есть специальные сайты, где предоставляется возможность поставить э, свечу перед иконой. Это все делается в интернете. Я даже сам помню, заходил, там прям свечек ставится и загорается. Вот mm -hmm. вот. Пожертвование вносишь. Правильно ли это, и как к этому относиться? Знаете, вот как э, к чему-то вот сейчас эпидемия. Да, сейчас это очень интересно. И да. мы начали заниматься тем, чем раньше не занимались. Вот, например, у нас на сайте нашего храма нельзя было заказать поминовение. Потому что мы... Ну, то есть, можно было позвонить там в храм, попросить, ну, там, например, кто не может стать или через знакомых передать, но мы обычно не делали вот так вот специально. Для этого. Трансляции служб у нас не было. У нас были только вот записываются там проповеди или какие-то отрывки богослужения, просто так показать, праздничные чтобы целиком транслировать потому что никогда этим не занимались. А тут пришлось. Поэтому, если сейчас вот люди находятся на карантине, они хотят поставить свечку, и есть такая возможность как-то вот так вот это сделать. Ну, чтобы главное, чтобы это были не мошенники все-таки. Ну, во-первых, вполне возможно, что это будут мошенники, а во-вторых, к этому нельзя относиться как к норме. Все-таки это экстраординарные случаи. То есть для христианина абсолютной нормой является личное участие в богослужение, личное участие в молитве, личное участие, перекладывать на другого человека свою обязанность, как христианина, молиться, общаться с Богом, свою даже не обязанность, а свою ну, необходимость общаться с Богом, молиться, участвовать в таинствах, перекладывать на других, это неправильно, это не по-христиански, искать какие-то там пути и выходы. То есть то, с технической точки зрения, конечно, церковь меняется, она уже меняется. Ну, то есть в XIX веке не, не было еще там я уж не говорю, по 18-й, лампового освещение храмов. были там лампадки, были свечки, но не было электричества. Да? То есть оно попозже появилось. Соответственно, не было плиток, где разжигали кадила. Да, вот сейчас там разжигают. Ну, не было много чего разного. Да, то, что есть в храме. То есть, когда говорят, не у тебя в церкви ни в коем случае ничего не меняется. Уже меняется. Уже что-то развивается, какие-то вот, православный телеканал. Да? Не было же такого, представить себе. Невозможно было. Вот, поэтому что-то развивается. Но есть вещи, которые остаются всегда. Это личная молитва, личное участие в таинстве. Нельзя попросить там, друга своего, Ты за меня причастись, там, этот, и будет хорошо. Или кто-то там онлайн-причастие, да, причаститься, как-то там, нажав клик. Невозможно это сделать. То есть есть принципиальные вещи как сейчас, как бы и сейчас ситуация ненормальная. Сейчас, да, по человеколюбию, как сейчас многие говорят и святейший патриарх призывает и многие епископы говорят о том, что это проявление любви, то что мы остаемся дома и не выходим оттуда, то есть это такое добровольное заточение из-за любви другим людям. Вот почему. Но эта ситуация, дай бог, по милосердию Божьему разрешится и мы вернемся к нашему нормальному, обычному, да, режиму жизни. Церкви. Есть, это, наоборот, счастье для человека лично участия. У меня сейчас столько прихожан, которые мечтают очутиться в храме. Они пишут, вот, как мы хотим уже быть там в церкви. Бачка, а вот после того, как все придет в обычное состояние. Прекратятся ли трансляции из богослужений? Да нет, ну какие-то богослужения, трансляции Или всегда же проводятся. Или Нет, это? вот трансляции всегда проводятся, там, Союз всегда снимает. Это там, именно вот, в вашем храме? В а в нашем храме? Ну, скорее всего, вот таких вот, да, как сейчас у нас делают специально. То есть это нужно специально люди, то есть они тратят свое время, там, все. И для прихожан, которые не могут по вот тяжелым обстоятельствам современности, не могут присутствовать лично. А когда храмы откроются, уже не будет таких ограничений, то, наверное, специальных таких трансляций уже не будет. Но в каком-то виде там, с каких-то богослужений, то есть мы всегда записываем там проповедь. То есть люди, например, не были в храме, но они читали дома Евангелие и могут послушать э, объяснение этого Евангелия, нравственное предложение Евангелия для себя да? Какие-то беседы онлайн. Все-таки это тоже полезно мне показалось, потому что я нашел отклик в интернете, когда мы стали делать вот эти беседы онлайн, я увидел, что люди, даже которые не являются нашими прихожанами, потом это просматривают. Да? То есть для них это интересно. То есть в каком-то виде можно развиваться, но подменять одно другим нельзя. Личное участие в богослужении, личную молитву и личное участие в таинствах нельзя заменить никакими другими аналогами. Да, ну, Трансляции есть на телеканале всегда. Да. Они были всегда. Сейчас их побольше стало, да. потому что требуют обстановки. Кстати, люди очень благодарны. Вот Находят живой отклик. Особенно когда вот страстная седмица или там, на светлой седмица, мне прямо несколько прихожан говорили, что вот мы смотрели трансляции. Там, у нас в Раме были трансляции только по выходным, угу. а там каждый день... Да, был... каждый день были... Совершенно, вот, да. И они прямо очень благодарили. Причем со всей страны. Да. Из Петербурга, из Екатеринбурга, может, какие-то другие, куда дотянулся телеканал «Союз», все это да. было и есть, и, надеюсь, будет при поддержке наших телезрителей. Uh -huh. Бачка, у нас не так много времени осталось до конца, вернее, совсем немного. Давайте подытожим нашу сегодняшнюю встречу. Тема uh -huh. была сегодня «Граница церкви». Было очень интересно. Вот а вывод прошу сделать у вас, и будем прощаться. Для нас самое главное самим не выйти из-под руки Божией, самим не явиться предателями. И помнить, что как бы, спасение утопающего дело в в том числе и самого утопающего. Господь проявил свою добрую волю, Он стал человеком, пришел в мир, чтобы спасти нас от греха и от смерти. И нам нужно сделать ответный шаг. Нам нужно сделать шаг навстречу Богу. И держаться, вы знаете, как ребенок, который боится, что его там, с ним что-то произойдет, его украдут или что собьет машину, он mm -hmm. так обнимает, держит своего родителя крепко-крепко. Вот так же мы должны прижаться к Господу Богу нашему и никуда не уходить. Спасибо, Господь Батюшка, за эту беседу. Я напоминаю, что в гостях у нас был Ирий Николай Конюхов, клирик храма живоначальной Троицы у салтыкова моста. А мы с вами прощаемся. Всего вам доброго, до свидания, до новых встреч. Música